Это «Омск здесь», и мы расскажем о самом интересном за год. Этот выпуск программы особый. Мы с моими коллегами подведем итоги 2016-го, а каждое событие или его герой отметим номинацией. Меня зовут Павел Ремнев. Здравствуйте. Сначала о громких судебных процессах, которые существенно изменили кадровый состав правительства Омской области и мэрии. Дмитрий Ковалев весь год провел в судах и готов рассказать о самых важных из них. Да, Павел, но зря ты говоришь только о чиновниках. В этом году начался суд над депутатом законодательного собрания Хабулдой Шушубаевым. Он, как утверждает следствие, обманул больше 300 человек. Вынесли приговор бывшему директору мостовика Олегу Шишову. Он, к слову, также бывший депутат. Продолжается расследование автомобильной аварии на Сыропятском тракте. Расследуется дело об упавшем кране. Хорошо, тогда о самых резонансных делах, которые рассматривали в этом году омские суды. Дмитрий Ковалев. Самое громкое уголовное дело года насчитывает 325 томов и рекордное количество потерпевших. 314 дольщиков микрорайона Ясная Поляна долго ждали, когда человек, который, как считают следователи, присвоил их деньги, окажется на скамье подсудимых. Депутата законодательного собрания Хабулду Шушубаева обвиняют в мошенничестве, незаконном получении кредита и растрате чужих средств. Сейчас застройщик Ясной Поляны, компания «Рокос», готовится к банкротству, насчитая и имущество, наложен арест. Дольщики микрорайона верят, что смогут получить свои квартиры, только если выиграют гражданские иски. На первое заседание по делу Шушубаева пришло полсотни человек. Люди даже хотели устроить митинг рядом со зданием суда. Также, по данным Следственного комитета, Шушубаев, возглавляющий корпорацию «Агротраст», обманул налоговую инспекцию, представил поддельные документы и получил 900 тысяч рублей в качестве возмещения налога. Эта же компания незаконно получила кредит больше 1 миллиарда рублей. Деньги так и не были возвращены. Судебное разбирательство может затянуться надолго. Свою вину Шушубаев не признает и от дачи показаний отказывается. К адвокату. Все, к адвокату. А он точно с нами пообщается? Не знаю. А познакомите хотя бы? Все, поехали. А вы адвокат? Пару слов буквально. Давайте мы с вами пообщаемся. Другой громкий процесс года – дело экс-министра финансов Риты Фоминой и ее коллеги Олега Илюшина, занимавшего должность министра развития транспортного комплекса Омской области. Следователи утверждают, высокопоставленные чиновники незаконно выделили из областного бюджета 205 миллионов рублей для аванса НПО «Мостовик» за строительство метрополитена. Еще 1 миллиард 200 миллионов рублей были перечислены этому же подрядчику на строительство гидроузла и дороги Федоровка-Александровка. Мостовик объекта не закончен, а деньги так и не вернули в областной бюджет. Сразу после возбуждения уголовного дела оба министра потеряли свои кресла. Судебные заседания продолжаются. За решеткой оказался и сам глава мостовика Олег Шишов. Сотрудники компании даже выходили на митинги, требовали освободить их директора. Нарушения нашли не только на строящихся объектах в Омске, но и при строительстве моста на остров Русский, олимпийских объектов в Сочи. Олега Шишова приговорили к 4 годам заключения и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Свою вину Олег Шишов признал. Дело рассмотрели в особом порядке. Еще до Нового года он мог оказаться на свободе, но отозвал свое прошение об условно-досрочном освобождении. Сейчас Шишов находится в колонии номер 8. В этой же колонии отбывает срок бывший первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург. В этом году Гамбурга признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Следствию прокурору удалось доказать, что во время работы в мэрии Юрий Гамбург по заниженной стоимости продал под огороды несколько земельных участков в Левобережье. А потом здесь выросли жилые коттеджи. Городской бюджет недосчитался 200 миллионов рублей. Я все сказал. Я никогда не считал себя виновным, не считаю. Если опрения мои возьмите, я публикуйте. Я в этом все сказал. Дмитрий Ковалев, Артак Мурадян. Омск здесь. А вот уже после приговора и как раз перед апелляцией Юрия Гамбурга нашелся тот, кого оказалось легко потерять и невозможно забыть. Один из самых востребованных министров России, в том смысле, что его искали больше всех, Вадим Меренков сдался полиции. Он 2 года скрывался от следствия после побега из московской больницы. Его, как и Гамбурга, обвиняют в превышении должностных полномочий. И тоже в то время, когда он работал в мэрии Омска, как раз под началом Юрия Гамбурга. Меренков все это время находился в международном розыске. До сих пор неизвестно, где прятался беглый чиновник. Сам он отказался от дачи показаний и теперь находится под стражей.
Еще о чиновниках. Рокировкой стала смена главы одного из самых расстрельных ведомств в мэрии Омска, департамента транспорта. Напомним, как это было. 20 ноября тогдашний глава Дептранса Виталий Маслик на заседании финансово-бюджетного комитета в Горсовете объявил, что ситуация с пассажирским транспортом в Омске критическая. У ПТП нет денег. На начало 2016 года задолженность составила 357 миллионов рублей. Долг быстро растет. К Новому году он достиг 400 миллионов рублей. Свое выступление, как стало известно позже, последнее в этой должности, Маслик закончил просьбой о выделении субсидий для решения финансовых проблем. А уже на следующий день стало известно, что руководителя департамента транспорта Маслика отправили в отставку. Но выгонять совсем не стали, а назначили директором самого успешного в Омске ПТП номер 8 вместо Алексея Мартыненко, которого в свою очередь назначили директором ведомства. Ждем теперь, то ли 8-й ПТП разделит судьбу остальных пассажирских предприятий, то ли дела пойдут в гору у Дептранса. Весь год за тем, что происходило с общественным транспортом Омска, следил моя коллега Ольга Кочкурова. А следить было зачем? В какой-то момент вовсе казалось, что город останется без муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев. Трамваев-то практически не осталось. Альтернативой было повышение цены. Ну, впрочем, все так и произошло. Говорят, високосный год самый сложный в четырехлетнем цикле. И кажется, для муниципального транспорта в Омске это было действительно так. С начала года городские ПТП преследовала тень транспортного кризиса 2015-го, когда из-за долгов за топливо на линию перестала выходить часть автобусов. Чтобы не допустить повторения коллапса, было принято решение увеличить плату за проезд. 1 апреля билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях стали стоить 22 рубля. Следом подняли цену и в маршрутках с 18 до 25 рублей. Газельки по 25 рублей. С ума сойти. Почувствовали подорожание? Ну, конечно. Если у меня пенсия маленькая, как я могу? 8 тысяч пенсия минимальная. Большой скачок цен. Вот. Народ пересаживается с общественного транспорта. 20 рублей – оптимальный вариант. Таким образом, проезд в общественном транспорте Омска стал одним из самых дорогих в Сибири. В соседнем Новосибирске на тот момент проезд в автобусах и троллейбусах стоил 19 рублей, в маршрутке – от 20 рублей в зависимости от расстояния. В Томске за услуги муниципального транспорта пассажиры платили и вовсе 15 рублей, за проезд в частном – 17. Уже через месяц Омский департамент транспорта заявил, что доходы его выросли на 6 миллионов рублей. Стало больше пассажиров, из-за разницы в цене люди стали пересаживаться с маршруток. Однако радоваться было рано, и об этом открыто заявил возглавлявший на тот момент департамент транспорта Омска Виталий Маслик. За последние 5 лет парк пассажирских предприятий сократился на 387 единиц. Из имеющихся 696 автобусов, 504 эксплуатируются 10 и более лет. 81 троллейбус из 154 имеющихся в эксплуатации. Изношенный на 95% подвижной состав решили поддержать 5 трамваями, списанными в Москве. Их доставка обошлась в 2,5 миллиона рублей. А вот в избытке на омских дорогах в 2016 году было нелегальных маршрутных такси. Для сравнения, за 9 месяцев 2016 года муниципальный транспорт перечислил 122 миллиона рублей в бюджет. Частники, которые перевозят 70% пассажиров, почти в 10 раз меньше – 14,5 миллионов. При этом, по официальным данным, количество маршрутных такси в Омске чуть больше 2,5 тысяч. Но официально трудоустроенных всего 410 человек. Отнимаем 2600 минус 410, остальные, видимо, как-то ездят без водителя. Но это говорит о том, что вот здесь мы вообще не понимаем, где эти люди. 77 опрошенных водителей, 73 однозначно заявляют, что у них никаких трудовых договоров с перевозчиком нет. Если мы говорим о бизнесе, то вот это 2600 – это не бизнес, это рабовладельческий строй. Чтобы контролировать перевозки, законодатели предложили подключить маршрутки к системе ГЛОНАСС. Эта система способна создать идеально белую модель осуществления перевозок. То есть мы в режиме реального времени. Безусловно, я не буду скрывать, что к этой системе государственной будут подключены все контрольно-надзорные органы, начиная от налоговой, судебные приставы. Сейчас изъявили желание трудовая инспекция. Датчики ГЛОНАСС в маршрутках установили. Правда, не во всех. Но этого хватило, чтобы чиновники наконец поняли, что маршруты частников дублируют муниципальные. Создают заторы на дорогах и переманивают у больших городских автобусов пассажиров. Заговорили об оптимизации. Сначала речь шла о 25 маршрутах. Но позже список вырос до 27.
Мы не планируем в данной ситуации, убрав эти 27 маршрутов, увеличить интервал и нахождение наших жителей на улицах города. Мы планируем сократить этот интервал за счет изменения 25 действующих маршрутов и добавлением, увеличением автобусов большой вместимости. К 2017 году муниципальный транспорт изношен. Финансовые перспективы отрасли туманны. Чтобы городские автобусы, троллейбусы и трамваи смогли возить пассажиров хотя бы еще год, нужно от 700 до 900 миллионов рублей. Таких денег у мэрии нет. Впрочем, чиновники рассчитывают, что необходимые средства получат от продажи муниципального имущества. Только тогда удастся не повышать цену на проезд хотя бы до конца следующего года. Ольга Кочкурова, Омск здесь. Зато дороги в этом году все же привели в порядок. Сотни аварий, разбитые подвески и пробитые колеса, тысячи обращений в мэрию не принесли такого результата, как двухминутная беседа о Мичке Екатерины Черненко с Владимиром Путиным. Во время прямой линии она пожаловалась президенту на качество дорог. После вмешательства главы государства была отремонтирована 291 магистраль. Общая протяженность 250 тысяч квадратных метров. Самым масштабным ремонтом стала реконструкция улицы Лукашевича, проспекта Мира и развязки на 15-й рабочей. Но грандиозный ремонт обернулся громким скандалом. 1 ноября антимонопольная служба заявила о признаках картельного сговора при проведении 37 аукционов. В ведомстве считают, что подрядчики договорились об установлении максимально высоких цен на проведение работ и не конкурировали между собой. Дело возбудили в отношении 6 фирм. Разбирательства идут до сих пор. Далее реклама, а после мы расскажем, как омский губернатор прославился в Америке. Оставайтесь на продвижении. HPIP. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Это «Омск здесь», и мы продолжаем. Стихийным бедствием года, по версии нашей редакции, стал ураган, обрушившийся на город 13 июля. Ливень с мощным ветром затронул Амурский поселок, а также районы вокруг улиц Нейбута и Омская. Деревья вырывало с корнями, с домов снесло крыши, были оборваны линии электропередач. Сотни мечей остались без света. Десятки машин были разбиты, на них падали ветки и куски кровли. Урон исчисляют миллионами рублей. Завалы несколько дней разбирали более 200 спасателей. Им помогали сотни мечей. Омские достопримечательности неожиданно стали частной собственностью. Местный предприниматель Роман Рудаков еще в январе выкупил исключительное авторское право на городские скульптуры Любочку и Степаныча. И начал судиться с теми, кто использует их изображения. А это десятки, а может и сотни предпринимателей и издательств. Рудаков уже успел подать несколько исков. Самый крупный на 7 миллионов рублей в отношении издательского дома «Новый ракурс». В сборнике «Омские маршруты» напечатали 3 фотографии известных скульптур. Первое судебное заседание продлилось не больше 10 минут. Представитель издательства настаивал на присутствии в суде авторов фигур. Слушания перенесли на следующий год. Рудаков тем временем готовит новые иски на всех, кто использует изображения популярных скульптур. Возможная компенсация, которую он может получить с тех, кто продает сувениры, печатает открытки и путеводители, оценивается десятками, а то и сотнями миллионов рублей. Результаты выборов в Государственную Думу России многие наблюдатели назвали провалом года для партии власти в Омске. Город попал в число миллионников, где «Единая Россия» набрала меньше всего голосов, проиграв коммунистам. В городе результат КПРФ составил больше 30%, а за «Единую Россию» отдали голоса немногим более четверти избирателей. Впрочем, единороссы списали поражение на то, что на участки пришло мало молодых. –
Видимо, они, по логике партийцев, и должны были проголосовать за «Единую Россию». Однако смена лидера регионального отделения в Омской области говорит о том, что в Москве посчитали по-другому. Вместо Александра Артемова омских единороссов возглавил Юрий Тетянников. Возможно, единороссам не хватило убедительности в агитации. Не просто говорить так, чтобы тебя цитировали. Хотя в этом году некоторым это удалось. Красноречием отличились чиновники, депутаты и общественники. Екатерина Хлемязева собрала самые яркие цитаты этого года. Катя, кажется, некоторым публичным людям лучше молчать, чем говорить. Это точно. Одна случайно брошенная фраза, и тебя уже осмеивают даже за океаном. Вот, например, одна из цитат Виктора Назарова в этом году попала в ведущие российские СМИ, а из них уже перекочевала в зарубежные. Его процитировали около 200 американских газет. Про него и про других ораторов года мы собрали материал. Когда стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, Виктор Назаров заявил: «Получается, Единая Россия выиграла на выборах в Америке». Цитату тут же подхватили сначала региональные, потом федеральные, а после и мировые средства массовой информации. Больше всего сообщений было в американской прессе, и это на фоне обвинений России во вмешательстве в ход выборов. Это нужно потом долго разъяснять, там что-то оправдываться. Ну, лучше так не шутить. Впрочем, Виктору Назарову не привыкать. Он за словом в карман не лезет. В мае глава региона пообещал стимулировать чиновников двумя морковками. Одной спереди, другой сзади. Так метафорично губернатор описал систему поощрений глав районов за привлечение бизнеса. Кому по итогам года может достаться морковка сзади, в правительстве так и не сообщили. Своеобразным чувством юмора блистали и депутаты Омского городского совета. Александр Иванов на одном из заседаний выступил в защиту бездомных собак. Стерилизацию дворняк он назвал уродованием, а закончил выступление словами: «Предлагайте животных кастрировать, а потом предложите членов комитета». В ответ на это общественная организация «Друг» на своем сайте заявила: «В связи с тем, что целями деятельности организации является снижение популяции только безнадзорных животных, мероприятия по кастрации депутата Иванова планом работы приюта «Друг» не предусмотрены». Отличился еще один общественник – историк Игорь Коновалов. Он раскритиковал проект памятника основанию города, созданный чиновниками. По их мнению, скульптурная группа должна изображать Петра I на коне, окруженного группой пеших. Среди них Бух, Гольдшпрингер, а также безымянный казак и солдат. Такие кандидатуры Коновалова не устроили, о чем он и заявил в своем блоге. Если в центре композиции Петр, который здесь не был, то сама композиция собирательная и введение в нее собирательных образов спорно. В общем, самым достоверным персонажем в композиции остается конь. А вот мэр Омска Вячеслав Двораковский, судя по всему, теперь в своих заявлениях осторожничает. После того, как градоначальник стал звездой интернета из-за шутки про обращение к Всевышнему для устранения гололеда, мэр, кажется, вообще перестал употреблять фразы, которые можно трактовать двусмысленно. Екатерина Хлемязева, Омск здесь. Что стало разочарованием года, мы расскажем после короткой рекламы. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103.9 FM в Омске. Это программа «Омск здесь». Мы продолжаем раздавать номинации самым заметным персонам и событиям года. К примеру, Владимир Мединский поставил Виктору Назарову оценку за подготовку к 300-летию Омска. Министр культуры заявил, из того, что планировали построить к юбилею, в городе многое не сделано. Но при этом за организацию работы главе региона поставил пятерку.
Трехсотлетие Омска – это не только праздник, это еще и десятки объектов, которые должны были появиться в городе. В их числе новый аэропорт, метро, гидроузел, кроме того, отели, парки, дворцы культуры, детские сады, школы, медицинские учреждения. Даже перечислить их все сложно. Но в 2007 году, когда утверждали план подготовки к 300-летнему юбилею, казалось, что все можно успеть. Еще бы, собирались привлечь почти 100 миллиардов инвестиций. Что получилось, вызывают разные мысли, чувства и ассоциации. Зато в законодательном собрании Омской области оказались настолько впечатлены прошедшим праздником, что посчитали достойным награды министра культуры Мединского, который курировал подготовку к 300-летнему юбилею. Большинство депутатов решило обратиться с такой просьбой к премьеру Медведеву. Кстати, был еще один подарок на 300-летие – культурный спектакль-хоровод по пьесе австрийского драматурга Артура Шницлера. Его в Омске должен был поставить режиссер из Австрии. Он специально приехал, чтобы подготовить подарок горожанам. Правда, сюрприз оказался с перчинкой. Сюжет, в котором оказалось много пикантных подробностей, не понравился омской епархии. Постановку отменили. Официально из-за болезни артиста. Вероятно, омские чиновники испугались повторения скандала с новосибирской оперой «Тангейзер». После того, как историю с хороводом сделали публичные журналисты, в мэрии свое решение изменили. Показ состоялся. Еще один культурный шок случился осенью этого года. Православные активисты в Омске потребовали отменить легендарную рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». Официальная причина, озвученная Министерством культуры региона, спектакль не состоялся из-за того, что было продано мало билетов. Без скандалов не обошлось и в спортивной жизни региона. Похоже, что волейбольный клуб «Амичка» в этом году отыграл свой последний матч. История омских кошек больше полувека, и она заканчивается на печальной ноте. Банкротством. Клуб накопил многомиллионные долги перед игроками, налоговой службой и спортивными агентствами. Новый директор Ольга Крикарьянц собиралась привлечь к ответственности бывших топ-менеджеров «Амички». Они даже не хотели оспаривать задолженности, при этом еще и существенно переплачивали. Например, тем же агентством за подбор спортсменок, которые на самом деле уже играли в команде. В «Амичке» пытались найти деньги на выплату долгов, но взять их было неоткуда. У клуба не было средств даже на то, чтобы печатать билеты, поэтому вход на матч сделали бесплатным. Финансовые проблемы сказались и на составе кошек. Ситуацию пытались спасти оставшиеся в клубе юные волейболистки, но сезон оказался провальным. Открестились от спортсменок и региональные чиновники. Команду ликвидировали, имущество пошло с молотка, суд уже ввел процедуру наблюдения. А под конец года отличился тренер омского «Авангарда» Федора Канарейкина. Дисквалифицировали за неспортивное поведение. Во время матча «Ястребов» с минским «Динамо» у него произошел конфликт с судьями. Во время спора он дотронулся до арбитра и за это был удален с площадки, а также дисквалифицирован на одну игру. Канарейкин, мягко говоря, засомневался в профессионализме судей. По его мнению, игроков «Динамо» на льду оказалось больше положенного. Это первое нарушение. А «Ястребы» понесли потери из-за грубой игры, на которую арбитры закрыли глаза. Травмы получили Владимир Соботко и Валентин Пьянов, едва избежал повреждений Дэвид Бут. В итоге минчане одержали победу, а на следующую игру с челябинским «Трактором» ястребы вышли уже без наставника. И выиграли со счетом 3-1. Напомню, что Канарейкин стал тренером «Авангарда» этим летом. Сейчас ястребы в лидерах чемпионата держат второе место в восточной конференции КХЛ. Следующий матч омские хоккеисты сыграют уже в январе с московским «Динамо». Это были самые важные события уходящего года в Омске, по версии журналистов нашей редакции. Мы встретимся с вами уже в новом году на телеканале «Продвижение», чтобы снова здесь рассказывать о главном и интересном. Это «Омск здесь». С Новым годом!